я то, что тот текст, который ты мне написал, я его перевел и запостил. И к упражнению. И он, очень много людей на Фейсбуке реагирует. И в частности, один очень хороший вопрос, который я сам хотел бы тебе задать, я, собственно говоря, ехал, я его тут увидел на экране, было очень забавно. Я тебе его переведу. Я переведу текст полностью, окей? Привет, Майкл из Испании. У меня есть некоторые вопросы для тебя. Я практикую движение, которое ты показал, и я начинаю чувствовать связь с моим дублем. Я очень заинтересована в твоем предложении изменить энергетическую структуру кокона в трубу или кристалл. Можешь ли ты рассказать, как происходит процесс изменения? Это он последовательный или внезапный? Как мы можем знать, что это происходит? Спасибо тебе большое за твое внимание и твою помощь. И очень, очень сильная обнимашка. Хороший вопрос. Great question. И я попытаюсь на него ответить. Michael, try to answer. Это происходит последовательно, конечно. The process is Я не смог бы сказать, что если вы сделаете такие-то действия, то будет такой-то результат. С моей точки зрения, это неправильно. У каждого работает путь к дублю будет работать по-разному. This process is gradual, but I cannot say if you do this, this and this, you will be able to convert your cocoon. With each one, this process occurs in different ways. Все-таки я попытаюсь. Итак, мы являемся проекциями темного моря сознания и также дубли. We are a projections of the dark sea of awareness, and we are projections of the double. Поэтому сам процесс уже запущен. Дубль заинтересован в том, чтобы мы осознали его присутствие и то, что он делает. So the process itself is already launched by definition. The double is very interested in this process and how we proceed, how we achieve it. То, что надо делать человеческому существу, всего-навсего научиться настраиваться на дубль. What a human being needs to do, it's simply to learn, to align, to tune into a double, to align with double. Прежде всего, надо понять, что мы энергетические существа, мы энергия. First of all, one needs to understand that she or he is energetic human being, that we are beings, that we are an energy. Мы осознание. We are awareness. Затем вы убираете все лишнее. Then you remove all the extras, all that you don't need. Все, что мешает осознавать энергетические факты. Everything that prevents you from perceiving energetic facts. Я не предлагаю сесть где-то в большом или небольшом темном пространстве, закрыться от всех и заниматься этим. Можно делать по-любому. I'm not suggesting that one needs to shut herself in dark room and dissociate with everything.
It's he's not suggesting it. It could be done different ways. Хотя так тоже можно. Although one can choose this way as well. Вы начинаете отслеживать свой внутренний диалог. Убираете все лишнее. Все, что отвлекает вас. You start tracking, stalking your inner dialogue. You get rid of everything extra, everything that, anything that distracts you. Этот процесс должен распространиться также на ваше осознание сновидений. This process must expand into your awareness of dreaming. Когда в сновидении вы доходите до сознания, осознания потока, того потока, который приносит осознание, не внешних сновидений, а то, откуда приходит вообще осознание. When you reach the stream of awareness, not the stream of external dreams, but the stream of the source where the awareness comes from. Вы приходите к тому, к той дорожке, которая может вас привести к дублю. Then you are on a path that can bring you to a double. To a double. Когда вы находите эту дорожку, то есть то направление, откуда приходит ваше осознание, осознание сновидения, осознание повседневной жизни, вы можете двинуться по ней, навстречу потоку. When you find this path where your awareness of the dreaming and awareness coming from the source, you can start moving toward the source the other way. И тогда процесс становится двусторонним. Ваше внимание направляется к дублю, а внимание дубля направляется к вам. Then you have two-way street. Your attention directed to a double, to the double, and the double's attention directed towards you. Я забыл упомянуть, что к этому моменту вы должны владеть своим энергетическим телом. Michael forgot to mention that for this moment you have to have a control of your energy body. Тело сновидений. A dreaming body. Это такая маленькая деталь, совершенно вылетела у меня из головы, она очень значительна. This small detail just escaped Michael's mind, but this is very significant detail. Can he describe what control of dreaming body entails? Можешь ли ты описать в деталях контроль над телом сновидения? Ну, в деталях. Я понял. Теперь я понял, кажется. Ну или во всяком случае, мне так легче сказать себе, я понял. На самом деле мы ничего не понимаем. Но хорошо можем оперировать, скажем, набором различных, так называемых, понятий, набором знаний. Итак, значит, у него нету... Он не знает, что делать с этим всем. Дело в том, что тело сновидения должно накопить определенный набор впечатлений. Когда оно это делает... Оно может Needs to accumulate experiences. When it's doing this, it can move forward. Поэтому в книгах Карлоса Кастанеды описаны на определенные упражнения, которые способствуют такому накоплению информации. The exercises in books of Carlos Castaneda, which contribute to accumulation of this information or experience. Вы находите руки или любое что-то, что необходимо найти в сновидении для того, чтобы осознать, что вы сновидите. You find your hands or you find any other object, so you aware that you are in a dreaming. Yeah.
Вы делаете это до тех пор, пока ваше внимание сновидения не насытится этим процессом. После этого он теряет смысл. You're doing it until the dreaming body is saturated with this experience and losing interest to it. And then it's useless, becomes useless. Затем вы учитесь двигаться в сновидении. Для этого вам надо найти и отследить энергию эмиссаров сновидения, других осознающих сгустков осознания, путешествующих по Вселенной, тех, кто уже умеет это делать. In order to do it, you need to track emissaries of dreaming, the beings in this universe that already possess the capacity of moving in a dreaming. Обычно для начинающих сновидящих это сгусток энергии выглядит как странные существа невероятных цветов и форм. Usually for beginning dreamers it looks like strange creatures of incredible shapes and colors. Затем вы учитесь следовать за ними в другие миры. Then you learn to follow it, to follow them into other worlds. Потом, следующий этап, вы учитесь видеть себя как тело спящее на кровати и уходить от себя. Then you learn how to see yourself sleeping and move away from yourself. Затем вы учитесь путешествовать, к примеру, в сновидения других сновидящих. Then you learn to travel into dreaming of other dreamers. И затем еще много-много этапов. А все это приводит к тому, что вы учитесь пользоваться своим телом сновидений, а также к тому, что оно накапливает необходимые впечатления. Когда тело сновидения накапливает опыт и впечатления, оно присыщается определенным процессом. И перестает этим заниматься. Это больше его не интересует. И в какой-то момент... All that occurs until the dreaming body is saturated with certain experience and loses interest to it. When it loses interest in it, it does not no longer participate in it. И в какой-то момент, у каждого свой момент, поскольку... Вы можете это обнаружить на ранних этапах или достаточно поздних этапах развития энергетического тела, тела сновидения. Вы вдруг понимаете, что все, что с вами происходит, оно направлено вовне. Ваше внимание в повседневном мире, так же, как и в мире сновидений, направлено на объекты вовне. Оно может... And then at a certain point you realize that your attention in the dreaming, as well as in everyday world, directed outward into onto the objects that are out. И в тот момент, когда вам приходит это понимание, а вы уже знакомы с пониманием, поскольку именно понимание привело к тому, что вы нашли предыдущие этапы, вы встретились с ними, вы сказали себе: «О, я вижу руки, классно, могу посмотреть вокруг». Или Yeah, and then when this understanding comes to you, and by then you already know what understanding is, because only understanding brings you to the each every stage. When you see your hands, you understand that you see your hands. И вот вы понимаете, что то, что вы воспринимаете, оно является чем-то внешним. Вам надо направлять, вы видите вдруг. Это понимание приводит к тому, что вы видите потоки волокон, которые приводят, ведут вас наружу. And then you understand that all this understanding, comprehension, leads you to see the fibers, the streams of fibers that leads you outward. This. И вы говорите себе, почему я это делаю? Почему мое внимание движется туда? Почему энергия приходит откуда-то оттуда? Почему она движется наружу? Зачем я это делаю? Что к этому приводит? And then you ask yourself, why the energy is moving outward? Why my attention is
is directed outward, why the energies come from somewhere from behind, and then it reaches, it goes somewhere. И если у вас есть достаточно свободной энергии, вы направляете это внимание, свое внимание, которое вы накопили, развили и наполнили большим количеством впечатлений, вы направляете его в обратную сторону, в сторону туда, откуда приходит поток. And then you have your mature, your awareness, which is already mature with experiences that's being gathered. You direct it to the other way. You direct it to where this awareness is coming from. И тогда происходит удивительная вещь. Ваше тело сновидений, ваше первое внимание, ваше второе внимание объединяются для того, чтобы направить свое объединенное внимание туда, откуда приходит вообще осознание. And then a metamorphose happens. Your second attention unites with your first attention, and both these attentions directed to the source where all attention is coming from. И там вы встречаете самого себя. And there you meet yourself. Для кого-то это может быть другой такой же, только большой человек, как они сами. Для кого-то это может быть сразу энергетическим сгустком. А кто-то может увидеть напрямую лепесток или группу лепестков. Someone can see a form, someone can see an energy bundle, but someone can directly see the petals. И вы говорите себе, это же я. Я хочу быть целостным. И объединяйтесь с ним. And then you say, oh, that's me. I want to be whole. And then you unite with it. И вы действительно становитесь целостным существом. Оно объединяется, все три внимания, сливается воедино. Вы понимаете, что наконец-то вы в полном своем осознании. И теперь вы можете делать то, что необходимо сделать. И вы уходите из этого места и ищете что-то еще. Путешествуете по бесконечным просторам Вселенной. And then you realize that, oh, I want to be that. And now I'm whole, I want to remain whole, and I want to do what I'm bound to do, what I have to do. And then you explore the universe, you go beyond and explore the universe. И вот теперь как раз та часть, которая отвечает на вопрос из солнечной Испании. And now there is a part that's directly answered the question from sunny Spain. А когда вам удается, вы учитесь путешествовать по этому каналу осознания из первого внимания в третье и назад, у вас и возникают перемены с коконом. Кокон начинает вытягиваться. Все нити его разворачиваются, вытягиваются и устремляются в направлении внимания дубли. And then your attention is unites, it elongates, the fiber of your attention becomes elongates, becomes straight, and that's basically then metamorphosis happens, then this change in the cocoon structure occurs. Вот тут как раз происходит изменение. Потоки, замкнутые в предыдущем. Но так как это я рисовал в предыдущих, я сейчас попытаюсь найти, чтобы не рисовать заново. And then the fibers that were locked beforehand becomes different, and Michael is looking for depiction that he made before. Это пойдет. Ну, вот так приблизительно. Волокна начинают вытягиваться в направлении дубля.
fibers begin elongating, straightening towards the double. И в конечном итоге происходит сонастройка. Момент, когда то, что было раньше коконом, настолько заинтересовано и настроено на дубль, что прекращает быть шариком. Оно становится набором ленты волокон, направленных в сторону дубля, как и энергия дубля направлена в сторону того, что раньше было коконом. Проекция. And then the change happens. The fibers stop being elongated. There is enough interest to the interest that these fibers are so interested in the double that they straighten towards the double. They become long and straight, and then the double stop being a double and comes and becomes a conglomeration of ribbons. Of directed toward the double, and the streams of energy directed from the double towards what used to make a coup. Но в деталях я не смогу это описать. But Michael will be able to describe it in details. Я хочу задать тебе вопрос. Понадобилось бы несколько лет, чтобы описывать это в деталь. It may take a few years to describe it in a detail. Я хочу задать тебе вопрос. I'll ask a question. Какие первичные манифестации в этом мире, в первом внимании, в телесных ощущениях этой метаморфозы? Ты имеешь в виду, что происходит в осознании сновидящего, когда начинают изменяться вот эти вот волокна, нет, начинают вытягиваться в сторону зубля? Что происходит в первом внимании, когда волокна начинают вытягиваться? I've asked what happens in the first attention when the fibers start elongating. Это то, что все хотят знать. Как это уловить и как зацепиться? Я могу. Или ты окей? Секунду, дай мне пару секунд. Но если ты хочешь еще что-то сказать, то можешь говорить. Я хочу вспомнить немножко это. Окей. Ну, есть различные симптомы. That's various symptoms. Значит, когда начинает разворачиваться внимание, у сновидящего начинает в первом внимании происходить такие как бы настройки. Мы это сейчас называем настройками. Раньше я бы сказал, что это были бы прорывы внимания во второе внимание. Ну, это просто набор настроек. When your attention starts untangling and turning towards the double, numbers of alignment occurs, numbers of different energetic tune-ins occurs. Before it, one could call it a breakthrough to a second attention, but now we call it alignments. Итак, вы начинаете видеть. В этот момент вы начинаете видеть энергию, вы можете видеть коконы, вы можете видеть потоки над горами, вы ощущаете себя как натянутая струна. You start seeing energy. You start seeing energy above the mountains, you start seeing cocoons.
you feel you have a feeling of stretched string. У вас появляется ощущение, что вы чувствуете свою смерть. Она здесь. Она может в любой момент вас поглотить. You start having a feeling that you feel your own death. That it's here and it is ready to consume you any moment. Она дает ощущение ясности. Мир становится как бы прозрачным. It gives a sensation of clarity. The world becomes transparent, sort of. Затем вы обнаруживаете потоки, вы чувствуете смещение точки сборки, как это объяснить, сразу множественные изменения, как если бы это сложнее будет объяснить. When your assemblage point shifts, you feel change, but this change is very multidimensional, very comprehensive. It's very hard to describe, but Michael is trying. Вы ощущаете, когда ваше внимание меняется, вот эти вот переходы, которые до того момента превращались в единый поток восприятия, линейный поток восприятия, вы ощущаете как набор фрагментов. Вот так, наверное, я скажу. Точно. You feel that your continuous stream of perception that used to be before interrupts. It becomes a fragment, it becomes a block. И он, наверное, не единственный, а это тогда появляются опции каких-то дополнительных восприятий. Еще раз немножко сорвалось. Я просто добавил, когда появляются фрагменты, то появляется понимание, что это не единственный поток. Есть еще потоки. На английском это скажем. So I just added what Michael said, that when the fragments occur, there is the perception comes, understanding comes, that this is not the only stream of it possible. That are other streams, and this is not all-consuming stream. There is enough attention left to perceive something else. Я сказал, что остается достаточно внимания, немножко еще подсвернивать. Да. И со временем эти фрагменты становятся полноценными единицами восприятия. And these fragments, with the time comes, becomes a separate whole units of perception. И вот тут это как раз тот момент, когда волокна кокона начинают разворачиваться и перестают быть коконом. Тело... That's a moment when the fibers of the cocoon start becoming entangled, start turning away, and then stop being a cocoon. В какой-то момент вы понимаете, что вы отличаетесь от других человеческих существ. Ваша энергия становится более стабильной. At a certain moment you understand that you are different from other beings, that your energy is more stable, becomes more stable. Стабильная, во-первых, это происходит потому, что вы успели накопить множество положений точки сборки в вашем как набор знаний. И это делает вас более устойчивым. The sensation of stability is due to the fact that you accumulated enough experiences and knowledges that makes you more saturated, and that gives a sensation of stability. Во всех этих измененных состояниях осознания вы остаетесь неподвластным эмоциональным всплеском.
you remain out of reach for emotional changes, emotional bursts. Где бы ни находилось ваше внимание, оно спокойно и расслаблено. Wherever your attention is situated, is relaxed and calm. И затем вы понимаете, что смерть становится неважной. And then you understand that the death still being important. Она как бы входит в единый процесс восприятия. Я бы назвал все-таки это классически. Это всего лишь положение точки сборки. He prefers to call it just in classic way a position of the center point. Но поскольку у вас есть сотни положений точки сборки, в которых смерть вообще не имеет значения. Это просто поток энергии. Вы не успокоились. But because you have hundreds of positions of the assemblage point where the death doesn't have any meaning, you remain calm and you realize it, you remain calm. В то же время, в третьем внимании вы учитесь путешествовать объединенные с дублем. Это выстраивает удлиненные потоки энергии. At the same time, while in a sort of attention, you learn to journey, you learn to travel with your double, and that elongates these fibers even more. Вы накапливаете знания и опыт. Ваше внимание распространяется на огромные потоки эманаций. You gather attention and experience, and your attention expands to enormous streams of emanations. И вы понимаете, что все, на что ваше внимание способно растянуться, становится вами. And you will understand that everything that your attention is able to expand into becomes you. Поскольку оно распространяется в тех местах, где есть схожая энергия. Because... Или становитесь схожим с ним энергетически. Because it expands into an area where there is a similar energy. Or, alternatively, your energy becomes similar to the areas where it expands to. И, наконец, вы понимаете, что вы уже даже и не кристалл, а все сразу. Вы и кристалл, и труба, и дубль, и все эти уровни, куда вы путешествовали, где вы выстроили своим вниманием островки восприятия. Все это является вами. Вся Вселенная является вами. Являетесь всей Вселенной. And then you realize that you stop being, and then you basically stop being a crystal, you stop being a tube, you stop being a cocoon, you become all, you stop being a double, you become all this. And you create an isles of attention in different areas of awareness, in different emanations, and then in the end, all this becomes you. You become universe becomes you. You become universe. No, подробности. Подробности в книге есть в моей. If for more details about this journeys through universe and beyond that Michael describes in his books.